С Рождеством, ребята! Поздравляю всех! У нас, значит, ребята, вот принято 6, значит, на 7 января в окошко ставить свечку, ребята. Ну, я вам сейчас постараюсь как бы не перевести, а смысл передать, ну, насколько я смогу. Вот смотрите, вот 8, 7, 6 этаж, там тоже свечки горят. Вот внизу там еще вот в окошке горит свечка. И у нас, естественно, ребята, горит свечка. Ну, это как бы, чтобы ангел-хранитель, да, вот зашел в наши дома, как бы. Ну, я извиняюсь, я не могу, наверное, сейчас весь смысл передать. Но вот так вот мы, значит, объединяемся, как бы, как сказать, вся Грузия вот этим жестом как бы еще объединяется, ребята. У всех сейчас, значит, в окошках горят свечки, ребята. Вот так вот. Поздравляю еще раз, ребята, чтобы у всех в домах, значит, ангелочек зашел. Всех с праздником, ребята. Вот так вот. До свидания, ребята.